Рада приветствовать вас, мои дорогие друзья, на своем канале. И хочу предложить связать вместе со мной вот такого очаровательного Мишутку. Вот у меня мальчик и девочка. Вот еще в таком зеленом цвете и бирюза, и вот зеленый цвет и розовое платьечко. Вот такие у меня две девчонки. Еще у меня вот такие вот девочки. И еще такой один озорной мальчишка. Ну, я думаю, что по началу видео вы уже ознакомились и увидели, что можно вязать таких медвежат в любом цвете. Они будут интересны. Ну, а украсить, одеть, я думаю, что вы уже можете это сделать в своем вкусе. Итак, если вам нравится такой медвежонок, я приглашаю вас вязать его вместе со мной. Я буду с вами вязать такого салатовенького мишку. Мне очень нравится этот цвет. И к такому цвету подходит любое сочетание из кружев. Вот у меня и такое кружево подойдет к салатовому цвету. И такой цвет кружева подходит. И вот у меня красный, вы видели. Мне очень нравится мишка «Божья коровка». Там я использовала вот такое красное кружево. То есть такой нейтральный цвет, которому подходит любой цвет кружева. И начнем мы вязать самых таких простых деталей. Это с ушек мишки. Крючок у нас 2 миллиметра, нить хлопковая, подходит под размер крючка 2 миллиметра. Ну, надо выбирать так, чтобы сама вязка была плотная. То есть вы пробуете вязать из разных нитей, но она должна быть сама вязка плотненькая, чтобы не было просветов, чтобы не просвечался наполнитель. Вот иногда, когда сильно наполнены ножки, то здесь есть просветы, в которые виден наполнитель, которым наполнена игрушка. Итак, начинаем вязать и вяжем ушки. Здесь можно провязывать начальную закрепительную петлю, затем 2 воздушные петли. И в первую петлю от крючка, вернее, во вторую петлю от крючка, а первая у нас это воздушная петля, будем вязать 6 столбиков без накида. Ну, в этом случае у нас получится вот такое вот небольшое отверстие. Сейчас я провяжу этим способом ушко, затем провяжу другим способом ушко, и мы посмотрим разницу. Итак, 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка или в первую провязанную воздушную вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас первая петля из 6. В нее вводим крючок и начинаем вязать второй круговой ряд. И в это же время мы прячем остаток, то есть начало, конец ниточки прячем в столбике, провязываем ее вовнутрь. Итак, мы сделаем в каждый столбик
вывяжем по 2 столбика без накида, и у нас получится 12 столбиков в круговом ряду. То есть 6 прибавлений. Итак, провязали 1, 2. В следующий вяжем 3, 4. В следующий столбик предыдущего ряда 5, 6. В следующий 7, 8. В следующий 9, 10. И последнее прибавление. Следующий столбик провязываем 11 и 12. Затем вяжем соединительный столбик в следующую петлю. Вот так. И ниточку обрезаем, оставляя длину для пришивания. Вот мы связали первым способом ушко. Подтянули ниточку. Вот у нас получился красивый кружочек. И вот видите, вот есть у нас такое вот отверстие. Сейчас попробуем связать вторым способом и посмотрим, будет ли у нас такое же отверстие. И в этот раз мы вяжем волшебное кольцо. Волшебное кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Так вот мы закрепили кольцо. И далее вяжем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и подтягиваем. И вяжем второй ряд. Здесь вот можно ниточку хорошо затянуть. И как видите, отверстие, вот разница. Здесь такого, как в первом ушке, уже нет. Ну и провязываем второй ряд. Из каждой петли вывязываем по 2 столбика без накида. Один. Сюда же 2. В следующую петельку 3, 4, в следующую петельку 5, 6, в следующую 7, 8, в следующую 9, 10, в следующую 11, 12, и вот уже ушко готово. Также здесь провязываем соединительную петлю и ниточку обрезаем. Вот этот конец нити аккуратно нужно будет спрятать. Или его даже можно обрезать, так как он у нас уже, сама ниточка провязана между столбиками, ввязана в ряд. Поэтому она не должна будет вытрепаться. И вот у нас 2 ушка, и они связаны разными способами. Какой вам более интересен, таким можете и связать. И вот ушки у нас связаны. Теперь свяжем маленькую вот такую мордочку. То есть сейчас мы будем вязать маленькие все детальки. И для мордочки провязываем начальную закрепительную петлю, затем свяжем 2 воздушные петли, 1, 2. Во вторую петлю от крючка или в первую воздушную провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд
Он у нас также будет вязаться, как и мы вязали ушко. Прибавление первое. Провязываем в петлю 1, 2 столбика без накида. В следующую петлю 3, 4. В следующую петлю 5, 6. В следующую 7. 8, следующую 9, 10 и еще последнее прибавление, шестое, 11, 12. Итак, у нас два ряда связаны. И свяжем еще один ряд, так как у нас, видите, носик получается вот выпуклый, а не плоский. То есть сейчас нам нужно будет сделать убавление. Убавление мы сделаем в трех местах равномерно. И у нас получится вот такой уже носик. Итак, провязываем сразу 2 столбика без накида вместе. Вводим крючок в первый столбик. Вытягиваем ниточку и вводим крючок в следующий столбик. И также вытягиваем ниточку. На крючке у нас 3 петли. Подхватываем снова рабочую нить и провязываем 3 петли с крючка вместе. Это у нас первое убавление. И у нас должно получиться всего 12 минус 3 убавления, 9 столбиков без накида в круговом ряду. Итак, у нас это считаем 1 столбик. Затем вяжем подряд 2 столбика. Последовательно 2 в следующую петлю. 3. И теперь у нас второе убавление. Провязываем 2 столбика вместе и считаем 4. Далее вяжем 2 столбика последовательно. 5. И в следующую петлю 6. Снова у нас убавление. Провязываем 2 петли вместе, и это у нас 7. И свяжем еще 2 столбика без накида последовательно. 8. И в следующую петлю 9. Соединительный столбик. И ниточку обрезаем. Так, хорошо затягиваем. Итак, мы связали ушки, носик. И теперь давайте свяжем ручки. То есть верхние лапки. Провязываем начальную закрепительную петлю. Далее вяжем 2 воздушные петли. И во вторую от крючка петлю вводим крючок и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязали. Приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду нам нужно сделать 2 прибавления. Будем прибавлять, начиная с первой петли предыдущего ряда. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. И вот это вот шестая. Проверьте, чтобы не ошибиться. В нее вводим крючок и начинаем вязать второй круговой ряд. Провязываем прибавление. 2 столбика мы ввязываем из одного. 1 и сюда же 2. Далее вяжем последовательно 2 столбика без накида.
Это у нас 3, 4. И еще одно прибавление. Провязываем 5 и сюда же 6. И еще 2 столбика. 7 и 8. Итак, у нас получается 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее будем вязать третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и седьмой ряды, то есть 5 рядов мы будем вязать по 8 столбиков. Сейчас мы провязали с вами первый, второй. Теперь вяжем третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов умножаем на 8 столбиков. И вяжем, значит, по кругу 40 столбиков без накида. То есть провязываем 40 столбиков по кругу. Провязали 40 столбиков. И теперь у нас будут вязаться убавления. Будем провязывать по 2 столбика вместе. Так, провязываем первое убавление. Следующее убавление провязываем по 2 столбика вместе. И здесь уже убавление у нас практически его и не видно. Провяжем вот в оставшуюся. Тут у нас как бы 2, 1, 2. Ну вот, через одну провязываем соединительный столбик. Вот так. Ну, такая приблизительно у нас получается верхушка верхней лапки мишки. И обрезаем ниточку. Верхние лапки мишки мы не будем синтепоном, наполнителем наполнять. Вот мы оставляем такую ниточку достаточно длинную на одной лапки верхней, и на второй лапке ниточка у нас можно обрезать небольшую коротенькую и спрятать вовнутрь. Почему мы так делаем именно на одну? Потому что мы будем одной ниточкой пришивать сразу две лапки медвежонку. Итак, у нас уже связаны ушки, носик и две верхние лапки. И теперь давайте приступим, свяжем две нижние лапки. Вот у нас их две. И провязываем также в начале начальную закрепительную петлю. Затем провязываем две воздушные петли. И 4 столбика без накида вяжем во вторую петлю от крючка или в первую воздушную. 1, 2, 3, 4. Затем прибавление. У нас будет 4 прибавки. В каждый столбик мы будем из каждого столбика, вернее, мы будем вывязывать по 2 столбика без накида. И у нас получится 8 столбиков без накида в следующем втором круговом ряду. Вот у нас первый столбик. Вводим крючок и вяжем 2 столбика без накида. Один.
2, следующую петлю вводим в крючок и вывязываем 3, 4, следующую петлю 5, 6. И еще у нас одна петля в предыдущем ряду. 7, 8. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали 2 круговых ряда. В третьем круговом ряду мы снова прибавляем. Также каждый столбик провязываем по 2 столбика без накида. И у нас получится 16 столбиков без накида. Провязываем третий круговой ряд. 1, 2, следующую петлю 3, 4, следующую петлю 5, 6, следующую 7, 8, следующую 9, 10, следующую 11, 12, следующую петлю 13, 14 и еще одно прибавление 15 и 16. Итак, у нас сейчас 16 столбиков без накида. Далее будем продолжать без прибавлений вязать 2 ряда. Но первый из них мы провяжем за заднюю стеночку петли. Итак, мы вяжем 16 столбиков без накида. Это у нас 4-й круговой ряд за заднюю стенку петли. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Четвертый круговой ряд закончен. Пятый круговой ряд. Тоже вяжем 16 столбиков. Такое количество у нас в круговом ряду. Ну, вяжем за обе стеночки петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Итак, мы провязали с вами 5 круговых рядов. И теперь формируем дальше лапку. 6-й ряд. В начале ряда провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем подряд вяжем 4 убавления. Кто вяжет пинеточки,
тапочки, тут знает, как это делается. Провязываем 4 убавления. 1, то есть одно убавление. Затем следующие 2 петли провязываем вместе. Второе убавление. Далее третье убавление и четвертое убавление. И так, 4. И заканчиваем ряд, провязав еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 6-й ряд провязан. 7-й круговой ряд. Также в начале ряда провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В предыдущем ряду у нас было 4 убавления. Здесь будет у нас 2 убавления. Провязываем 1, 2 вместе и 1, 2 вместе. 2 убавления. Так, провязываем первое. 2 убавления. Первое убавление. И еще 2 столбика. Без накида провязываем вместе. Это у нас второе убавление. В конце ряда вяжем также 4 столбика без накида. Подцепилась ниточкой. Я вернулась назад. Это вот у меня первое убавление. И второе. Даже пес вздохнул. И опять прицепилась, да? Нет, не прицепилась. Все хорошо. Бывает так, что подцепляет в другую сторону и сокращаются петли. Нужно быть внимательным немножко. Или же можно во избежание такой ситуации можно уже немного было наполнить наполнителем. Тогда чуть-чуть легче, когда вот само наполнено уже деталька, то не так оно цепляется одна сторона к другой. Ну и заканчиваем ряд. После 1-2 убавления еще 4 столбика провязываем без накида последовательно. Так, 1, 2, 3 и 4. Ну, можно наполнить, хотя я говорю, что, наверное, лучше было бы сразу наполнить, когда провязываются 32 столбика. Это 16 за заднюю стеночку и еще 16 за обе стеночки петли. Так, немножко наполним. Так, чтобы наполнитель нам также не мешал. При вязании столбиков. Вот эти, за счет того, что здесь наполнитель, более такая объемная становится деталька, и стеночки не так прилегают друг к дружке. Ну, так мы связали с вами 7 рядов круговых. Сейчас у нас 10 петель в ряду. И нужно будет 3 ряда связать по кругу. Вот, 8, 9, 10 ряды. Это 3 ряда по 10 столбиков. У нас получается вяжем и всего по кругу провязываем 30 столбиков без накида. Провязываем по кругу.
провязали 30 столбиков по кругу и провяжем еще так, чтобы у нас нить остановилась на задней части, вот если так вот сложить нашу лапку, вернее лапку мишки пополам, то должно получиться так, чтобы у нас ниточка была вот сзади, она немного не доходит, поэтому провязываем еще один столбик без накида после 30-го и соединительный столбик. Ниточку обрезаем и обрезаем одинаково как на одной лапке нижней, так и на второй, потому что мы будем каждую лапку пришивать отдельно. И немного еще нужно наполнить наполнителем, но напоминаю, наполняем так, чтобы у нас он не присвечивался через промежутки между столбиками. То есть, если сильно опнуть, то и сам наполнитель будет виден. Ну, это, конечно, еще зависит не только от этого, но и от качества нити и от размера крючка. То есть все вяжите так, чтобы у вас была плотненькая вязка. Подбирайте нити и крючок именно так, чтобы не было просветов при вязании. Вот так у нас лапка связана. И свяжем еще одну такую лапку. Вторая лапка связана, нижняя. И давайте подведем итог. У нас связаны нижние и верхние лапки медвежонка. Связаны у нас два ушка и связана мордочка. Ну, на этом у нас первая часть заканчивается. Немножко отдохнем и приступим затем ко второй части видео, где мы с вами свяжем голову и туловище медвежонка. Поэтому до встречи во второй части видео. Stop.